Всем привет, с вами Темный Ниндзя и игра Лангрисер Мобайл. Продолжаем мы с вами проходить сюжетную линию. Ну, сегодня у нас 40-я глава. Зараженный тиран. Поехали. Глава 40. Зараженный тиран. Помогите, о богиня, это что, ад? Кто-нибудь, спасите нас! Эти имперцы совсем свихнулись? Как они могут нападать на безоружных мирных жителей? Это, боюсь, этим солдатам управляют демоны, как много. Это, похоже, нам предстоит встретиться со старым врагом. Да, весь легион находится под контролем моих мозговых паразитов. Рэк, исчади ада? Темный принц возродил всех генералов демонов. Пока Рихазарт в наших руках, смерть для нас демонов не более чем короткий сон. Источник бесконечной жизни? Тогда будем убивать его раз за разом. Так. Так, 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 так. Предметик. Так, я так понимаю, это союзники. До них надо будет дойти, чтобы их активировать, что ли? Очень странные дела. Да чего же довела? Даже не знаю, что нам тут делать-то. Ну, в любом случае будем пробовать. А что нам остается? Я понятия не имею, что нас здесь ожидает. Что у нас? Сразить всех вражеских юнитов. Трое из ваших героев побеждены. Понятно. То есть героев нельзя потерять. Надеюсь, мне хватит одной лианы. Как хиллера. Ну, поехали. Продолжайте, слуги мои, идите и отделите плоть от костей моих врагов. Проклятие. Другого способа спасти этих солдат нет? Даруй им быструю смерть, мы проявляем милосердие. Пора идти. Не круто, не круто. Так, а если я убью этого жучка, они выйдут из-под контроля, нет? ХЗ, да? Никто не знает. Так, от всех солдат что-то отхватывать неохота мне. Как бы так сделать, чтобы только от одного? Никак.
Ладно. С солдатами пускай разбирается. Лендиус. Если они, конечно, пойдут, то пускай разбирается. Так, а чё у них какие атаки-то? Ага. Вроде ничего страшного. Как худо. Ну нафига ты так делаешь? Нет, к сожалению, убивают клеща, не помогают. Ясненько. Окей, Ника. Еще одна кучка удачников. Окей. Постепенно идем, вырезаем врагов, а куда нам деваться? Ну, дальше, конечно, Леден ступит, ну ладно, это не так страшно. Ох ты, хорошо, что ли, не уступился. Да. Чем мы умеем, а? Последняя группа. Последняя группа погибла. Так. А уничтожение у него вообще нет ограничений. Круто.
Нехило так он жахнул мне. Что ж, давай накидаем на них каках. Так, а давайте мы Берхарда отправим за предметкой. А, не, бочка потом возьмет. Он у нас летает, потом заберет. Да чтоб тебя. Так, будет уничтожение у меня пуляцина. Может, надо просто уйти из его прицела. Так, ну а теперь надо только дождаться, когда лучники подойдут достаточно близко для нанесения удара по ним. Так. Угу. Ну, в принципе, будем так и стоять. Сюда кто может дойти? Водник. Угу. Так, ну все. Стоим, ждем. Чего не знаю. Массы все равно нету. Ну ничего. Блин, неудачно. Вдвойне неудачно. Так, ладно. Ничего себе. Вот это нежданчик. Это серьезно нежданчик. Прям вообще жестко. Мощные заразы.
戦いはまだ終わっていない。油断するな。 Так, отойдем раз по нему. О. Окей. Рэд первый раз не чокнул. Так. Давай в расход. Идет. Так, ты добивай эту клещу. Так, отхил. Отлично. Рэк вернулся на свое место, да? Так, предметку мы забираем. Что у нас там? Кажется, здесь свет. 100 кристалликов, хорошо. Тайду-ка я подальше. Пускай клещ подойдет поближе. Сколько у меня остается ходов-то? 7 ходов. Хорошо. Так. Так, а у него масс нету случайно? У него есть сон. Моментально масс на 25 АОЕ урон вокруг цели. Снимаю с нее 3 бафа и блокирую следующий ход. Угу. Так. Чуть-чуть все-таки продвинемся, да? Надо сразу, чтобы толпой, наверное, кинуться. Иначе это бессмысленно. Да чтоб тебя. Так. Масхил. Окей, ладно, ты вылез. Ты, значит, ты будешь первым отхватывать. Ну, понятное дело, что его защитят. Ничего страшного. Так было задумано. На-ка, паучик. Супер. Теперь забираем его. Супер, супер. Великолепный бал. Ну и все, тут копейщиков добираем по-быстрому. Yes.
пока-пока. Сражаться с вами в честном бою никогда не было моей миссией. Лорд Бозель знал, что вы придете в порт, чтобы захватить корабли. И все корабли в этом порту уже уничтожены мной. Увидимся в следующий раз, потомки света. Проклятие. Получается, нам нужно придумать что-то другое, чтобы добраться до территории демонов. Чем-нибудь придумаем. Мы построим плот и поплывем на нем. Так, что ж, надеюсь, видео было интересным. Ну, а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.